Всем привет, ребята, мы на канале Китти ТВ. С вами мы открываем магнитную игру. Всем привет! Сегодня... Привет! Ой, кто это? Я Маша. Ты Маша? Да. Привет, Маша. Привет. Катюша сегодня со своей подружкой Машей будут играть в очень интересную игру. Это... Мы будем составлять вот такой вот магнитный лабиринт. Ну давай открывай, смотри, что там. Давай, открывай. Можешь вот положить, чтобы тебе было удобно. У нас есть магнитная доска. Мы будем на ней сейчас составлять магнитный лабиринт. Хорошо, пускай открывает моя Маша. Так, у нас в коробочке, смотрите, есть много-много разных конструкций на магните. И задание, да. Целых 10 заданий. Здорово. Вот такие. Это магниты. Клеивается на доску. Вот думаю, вот... И вот, мы будем из этих... Вот восьмой конструкций... Вот самый. Хорошо. Еще у нас есть шарик, который мы будем потом запускать. Да. Ой! Вот. Сейчас шарик. Мы будем... Нам нужно шарик. Составлять по вот этим вот заданиям. Вот такие у нас задания. По вот этим заданиям мы будем составлять лабиринт. Катюш, начнем с первого? Да! Похоже? Да. Супер, у нас получилось. Запускай. Катится наш мячик. Супер! Получилось! Ну, молодцы! Потом ну что, второй. Будем теперь номер два собирать, да? Да, собрали. Так, номер два у нас вот такой. Сейчас будем собирать. Тут такая штучка, как сосиска. Как сосиска? Как колбаска. Колбаска, отлично, давай. Сосиска, сосиска. Вот мы составили вторую картинку. Похоже? Да. Отлично, запускай. Это Лиза. Отлично, запускай. Интересная игра составлять вот такие вот
чудесные дорожки для шариков. Теперь мы соберем номер. Ей 5 лет. Кому 5 лет? Твоей подружке Маше 5 лет? Да. А тебе сколько лет? 6 лет. А тебе разве скоро уже не будет 5? Скоро нашей Катюшке будет 5 лет. Два собирать 5 или будем собирать 9? 9. Ну давай собирать. Когда мячики скатываются, они немножко двигаются, да?